Вера – это акт воли, это решение. Врач прописывает нам какие-то процедуры и лекарства, и мы их принимаем. Мы видим на карте пункт назначения и туда идем. Конечно, у нас могут быть сомнения. А вдруг врач – это злодей-заговорщик и хочет нас отравить? А вдруг карту напечатали злые шутники, чтобы завести нас в болото? Но обычно мы с ними справляемся и идем. Точно так же христианская вера – это решение довериться и покориться Слову Божию. Мы делаем то, что нам сказано. Возносим молитвы, читаем Писание, присоединяемся к Церкви. Это наш выбор, и каждый из нас может его совершить.